Ну вот и Бирюсинский залив. Нормально идти. Ну видишь, аж говорил, здесь ветра не будет. Хотя неизвестно там как. Вон, видишь, половина, где машина бросает. Не, с бусинкой. Ну как окуневый глаз называется. Что, может, на глубину пойдем? Ну хрен его знает. Вообще вдоль берега все, вон, смотрю, вытянулись-то. Основной. А, Андрюха поехал. Видел? Андрюха поехал в Сибирь. Я просто, если здесь сидеть, я прикормлю тогда. Ясно, без мотылку. Ясно, без мотылку ловлю-то. Ну, клюет что. Я 3 штук поймал. Да. А? Ну, смотри, какая без мотылочка. Я еще заразики наклеил. Ага. По краям. И поплевывает. На уровне груди где-то берет. Ну, пытается взять. Берет это, когда вытащил. Поклевки идут. Красотища, конечно, здесь. Обалдеть. Ну, здесь и окунь поактивней. Чем там сидели. И окунь поактивнее, чем там сидели. Ага. На дискотеку.
Но все равно он здесь так не гуляет, как это, на песчанке, да, согласись? На песчанке как сорога он вчиняет нам. Вроде мелкий, а, блин, сопротивление дает столько. А здесь окунь крупнее, но он прямо идет. Не крутит. Там не успеваешь отпускать. Напоролся на стаечку. Сейчас мотыля даже не поджалял. Без мотыля да что-то как-то трогает, но не это. Не всасывается она у него. На парика повешать. Дать опарышите. Опарышу дать. Но на мотыля лучше берет. На мотыля лучше берет. А там народу еще больше, по-моему, на глубине. Ну там до воды еще, она же за поворотом там где-то.
Вот и сопливый первый. Ёршиков птичкам. Ёршиков, говорю, птичкам. Попробую поменьше мотыля садить. По одному. Что получается, два мотыля посадишь, поклевок нет, пока не обдербанят его. Обдербанят один за одним. Рот расщеперивает. Сопротивление такое. Нет, окунь. Нет. Окунь. Я говорю, окунь, рот расщеперивает. Сопротивление дает на.
Машины едут и едут. Сарафанная. А? Я попробовал на опарыша, он это хуже берет на опарыша. О, хороший какой. Больше ладошки такой. Отдай. Резкость. Такой крупный. А? Ага. Я на дискотеку. На медную. Так у меня тоже уже с какого года-то она? Года три на нее ловлю. Прикормить, чтоб не бегать. Пусть тусуется тут. Хотя на прикормку белая рыба может подойти. Тоже хорошего мало. Прям как на Рауха вот такие окуни-то, да? Крупненький. А что у тебя две здесь? А, две удочки. Две удочки. Как-то завязал. Очки брать. Ты берешь очки? Да я в машине. Но они слабенькие. А купить такие.
это ёршик в пол воды взял. Странно для ерша. Ну, пробивается ветерок и сюда. И сюда, говорю, ветерок пробивается. Ну там вообще возле берега. О, блядь.